Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Дарид, добро пожаловать в игрушку Ганбот. Ну что ж, давайте приступим. Так, осталось, что можно будет на паузу перемотать. Так, отлично, давайте уберем музыку вообще. Continuum. Так, управление, значит, стрелками X, так, или мышкой. А, jump, это значит прыжок. Я могу кнопку вверх, я так понимаю, прыгать. Перезарядка. А стрелять я должен на мышку. Так, ну, в принципе, все понятно. Так, все, я понял. А, вот назад. Так, назад, назад. Старт. Погнали, тут много уровней будет. Первая часть. Вторая, третья. Вот. Ну, игрушка будет примерно по 20 минут, я думаю, в серию. Посмотрим. Так, let's go. Выбираем себе пистолет. У меня денег пока что нет. Хотя, нет, я могу что-нибудь купить другое. Давайте начнем с этого пистолета. Так. Так, все, я понял. Так, вот таким персонажем я играю. Смотрите, забавный. Держит пистолет. Так, перезарядка. Можно сразу перезарядиться. Пуля, я так понимаю, бесконечно. Это был первый монстр. Пригинаться он не может, но он может. Первый серьезный противник был. Так, с помощью стрелки мыши мы, кстати, можем посмотреть, дальше творится. Ладно, давайте идем дальше. Так, ничего, справляемся. Прикольная такая игрушка. Забавный персонаж. Вот, всем, кому нравится, не забывайте ставить палец вверх. Еще нужно все звездочки собрать нам. Не забывать про это. Одну звезду с вами не собрали. Где-то упустили этот момент. Так, next, дальше. Так, что у нас тут? Уровень 2. Нажимаем на уровень 2. Я предлагаю вообще все свои пистолеты посмотреть. Причем у него именно пистолет. У него нет там автоматов никаких. Давайте возьмем пистолет за 500. Отлично, приобрели пистолет за 500. А, я так понимаю, его можно будет усовершенствовать. Прокачка, да, пистолета данного или нет? Да, шкала вниз — это прокачка, я так понимаю, пистолета. Так, вот. Поиграем с другим пистолетом. Этот, видимо, будет уже посильнее. Ух ты, блин. Неожиданно. Причем у меня последняя жизнь, нужно быть поаккуратнее играть. На краушек становимся, чтобы забраться. Собираем глазные яблоки, они нам пригодятся. Можно, в принципе, пойти, но мы еще не собрали все звезды. Еще одну звезду. Все, отлично, все. Все звезды собрали, много дополнительных очков заработали и проходим. Замечательно. Так, нам показывают, что можно два раза прыгать, чтобы забираться. Так, хорошо. Дальше. Уровень 1-3. Так, нам пока что, в принципе, мы можем более крутую купить пистолет. Давайте попробуем вот этот взять. Отлично. Старт. Посмотрим на этот пистолет. Ух ты, он огнем стреляет. Так, забавно. Если я могу упасть, если... Или там земля? Я вот просто не знаю. Да, там земля. Они уже начинают стрелять, ребят, это уже посерьезнее стало.
Причем он от них отталкивается и может. Так, мы посмотрели, как он два раза прыгает. Правда, звезды мы не все собрали. Так, тут мы тоже всех. Блин. Одну звезду мы где-то не взяли, где-то мы упустили. Давайте вернемся. Это мы в самом начале, что с самого начала пришли. Наверх, я думаю, я уже в любом случае не поднимусь. Хорошо, что враги не воскрешают. Есть такие игры, где вот я уже прошел, и он потом рандомно начинает воскрешать. Так, замечательно, проходим. А, нет, еще не проходим. Все, проходим. Так, много опыта у нас скоро будет. Следующий уровень. Видимо, нам дадут дополнительные очки. Так, сохранить, чтобы твой прогресс. Давайте зарегистрируемся. Так, ну что ж, уровень 1.4. Давайте с вами другой пистолет возьмем. Вот с этим мы еще не играли. Отлично. И каждый, ну, своими характеристиками особенными владеет. Так, нужно с умом подходить к этому. А, тут я еще могу прокачиваться как-то. Давайте вот это возьмем. Так, старт, не знаю, как мы прокачались. Уровень 1.4. Я думаю, мы с вами справимся. Жизнь у меня побольше стала. Тут нужно ровно попадать в него, я так понимаю. Что такое? Так, я не понял, что случилось. Мы не прошли с вами, что ли? Так, что-то с игрой случилось. Давайте перезапустим. Так, давайте возьмем другой, что ли, пистолет. Так, вот тут можно прокачать, наверное. Вообще тут это хорошее здоровье. Давайте возьмем вот это. Я понимаю, у него много здоровья. Да, у меня действительно много здоровья. Так, это наш пистолет. Он реально крутой. Потому что я так понимаю, потом будет очень сложно. Смотри, как много. Так, у меня довольно-таки неплохо пистолет. Блин, одну жизнь отнял. Так,
Понятно, мы справляемся с этим. Рыба. Не забываем перезаряжаться периодически. Отлично. Ты куда я вернулся? С самого начала, что ли? Неужели? Ладно. Это я ошибся. Довольно-таки забавная игрушка. Так, ладно, потом посмотрим какой-нибудь другой еще пистолет. Стоит поменяться. Ух ты, блин. Это поросёнок. Отправляемся в какую-то лягушку. Гусеница. Фуф. Нужно было... У меня последняя жизнь осталась. Все, неужели прошли? Так, идем дальше. Следующий левел. Что бы еще взять? Давайте вот это возьмем. Мы с вами вот с этим не играли. Вот такая вот. Довольно-таки мощная, мне кажется, даже еще круче. Это как дробовик больше. Даже это нравится побольше. Так, у меня какая-то еще ракета непонятная. Понятно, но ее, видимо, больше у меня не будет. Ладно, будем знать про ракету. Так, отлично. Да какие-то ящеры, я так понимаю. Так, немножко игрушка вылазит за рамки. Давайте я сейчас это исправлю. Сейчас эту игру пройдем. Потому что, мне кажется, это не очень удобно. Ну, давайте первую серию закончим на, потом я немножко рамки под свой монитор. Потому что тут сердечко, ну, звездочку одну не видно, а тут наоборот она влазит. Так. Можно патронов, чтобы было больше, либо жизни. Скачаемся правильно. Удобнее. Можно урон, видимо, дамэдж. Ладно, проходим. Одну звезду с вами не нашли. Ну, пока что третий левел. Так, ну давайте в этой серии последнюю поиграем. Так. У нас с вами еще не было вот этого пистолета. Это, видимо, снайперская винтовка.
А, это магазин, короче. Ну, дорогая, она должна быть мощная. Давайте возьмем. Возьмем ее. Лазером, короче. Я думаю, это реально мощно будет. Нужно ее... Да, пушка рулит. С одного раза других убивает. Кайфовая. Там кто-то был. И с чем он будет? Давайте прям. Ну что ж, проходим. Так, нам показывают, видимо, урон. Кто сильнее, кто слабее. У меня 4-й уровень. В следующей части мы с вами продолжим играть, ребят. Всем до скорого. Пока-пока. До следующей части.